Я поздравляю зрителей «Укрлайф» с наступающим 2018 годом, и я желаю всем, чтобы социальные и политические перемены, которые непременно будут в этом году, они обязательно оказались благоприятными, и чтобы экономическая и политическая ситуация стала лучше, и чтобы наконец-то было регулировано вооруженное противостояние, прекратился Донбасский конфликт, и вообще, чтобы в обществе и на постсоветском пространстве и в мире было как можно больше мира. С Новым годом!